Шел отвратительно, скажем так. Мингер выходит в свой лес, здесь может найти Явара, а у Явара уже есть армлет вместе с саблей. Там темная Ментине. Сейчас в лесу можно найти Сайберлайка. Подойдите, там дубу убили. Здесь куда же интереснее. Сайберлайт. Приходит сюда в лес лава. Сифона разбросила ДП. Дубы она ждет, что это Сифона. Но, к сожалению, не дает ей возможности это выжить. Там тем временем. Против Тускара, скажите, кажется, Тускару больно, хотя это еще кому больно, потому что мало не направила напрягаться для своего саппорта, тем самым забирает. На этом смоук вылазка от ТСМ закончилась. Скорее они просто хотели сыграть на опережение. Такой вариации, что вроде бы там нужно собирать эти сходы нападать на алхимика. Алхимика отправляет соперник уже быстро, алхимика рассыпался, он выбирает варлока. Тускаром с ноутболом шарлется к линии. Ставит шарды здесь у Тускар. Ходит дальше, МСС забрасывает Кимина Мунлиндера, Мунлиндер умирает. И на ровном месте Кимин. ДПшки помимо лотуса еще бы собрать какую-нибудь шиву, но пока ДП планирует брать себе ребар Пока здесь могут найти Мунминдера, не словили ни Мунминдера, ни Брайла. Тимада закручивает банку, призывает нападать на Тиму, Тиму умрет. Даже Клин попытался подойти, это было не самой лучшей идеей. Проигрывает на Мунминдера, Тимада настигает. Не, как настигает, скорее. Вся команда ТСМ умрет. Банка забрасывается в ТСК и Тиму. Как же больно под бандами! Смотрите, Буквинси умирает Явар, умирает Куин. И скорее всего забрать здесь еще и Факу. Да и Куин никуда не уйдет. Не нажал он блинк. По-моему, если не ошибаюсь, он был в КД. Который может спасти колоссального дэмэджа. Он здесь находит гриппа, которого приручила Энчантрес. Стакает тройку. Но тем временем понемногу Тазм прожимает Явар. Люзи отправляют в сторону Рошпита. В Рошпите как раз таки есть Рошан. Ну и надо попытаться как-то заходит в Рошпит. Если там, кстати, курьер взорвался, начинается пойти. Дышался у ДП, там тем временем Явар в спине убивает варлока, переключается дальше на ТСМ, ТСМ будет задавать принцесса, а Лиги застается в Ланай, Ланай делает телепорт, нечем сбить, а нет, есть чем бить, есть. Гоним шарт у Сайберлайта, и теперь как мило отсюда уйти в экономике, нет, не уйдет, сразу же Эписал дропает на голову. Ланай же умирает, там сноуболит. Что делать, он Тинти не умирает, и на этом... Забирает здесь аванпост. Переагрит бы Люзи Фати. Хотя не стал это делать. Нападает на алхимик, алхимик очень сильно просел. Половина хп нажимает ультимативный алхимик. И теперь алхимик готов драться. А что вы сделаете на Квинси, на Квинси Крю теперь? Здесь же забирает еще. Есть нулик. Здесь же Этериал, он сейвит. Сайберлайт на свет. Вот на дубу, да что еще вы будете делать? Тимада за пределы закидывает колбу Слардара. Слардар пока что стоит под фонтаном. Там же Мунлиндер отправляет в поле Клина. И теперь без ПКВ или все же добро забирает Клина. Перемещается дальше, скорее всего. Общем, ой, хороший стан. Клинси. В таком духе, наверное. Так. ТСМ играют под своим вижном. Здесь же стоит вижен Квинси. Квинси стоит, что выходит, собирает вперед. Вот они собрали. 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 Вот они
Александр Волк, надо прыгать от меня, чем-то, 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 чем-то